что-то делаю не так, всегда я виновата. Всегда я какая-то доска. Я какая-то никакая. Ну это будет обидно. Ты же знаешь, что ты принцесса, Крис. Ну когда ты понимаешь, что вызывает в тебе какие-то комплексы, которые не существуют. Ладно бы, если бы это было уместно сказать какие-то вещи. Например, ты поправилась, да, тебе нужно идти в спортзал. Я бы не обижалась, но когда он вот эти вещи... Ты даже это нельзя говорить. Ну даже... Нет, я нормально к критике отношусь, но когда он говорит некоторые вещи, которые неуместны, начиная вот первая шутка, что у меня грязные волосы, хотя я мою волосы каждый день. Потом вот эта шутка, давай поделим Кристину по ночам вдвоем. И потом эта шутка вчерашняя, типа, что я никакая секси. И вот даже Андрей сказал ему на ответ, ну, типа, ну, прекращай, потому что, ну, это ненормально. Я не верю, вообще ему не верю. Он настолько фальшивый, настолько грамотно играет, что я просто... Не потому что я плачу, потому что ой, я... Ты сейчас тоже заревешь.